Друзья, всем бодрое утро! Ребята, наверное, ни для кого не секрет, что утром встать на зарядку очень-очень тяжело. Вот, мы тоже боремся с этой проблемой, вот, и решили с ребятами немножко обыграть в юмористическом жанре эту ситуацию. Вот, я думаю, что многие увидят в этой ситуации себя. Ребята, ребята, доброе утро, вставайте. Саша, еще одну минуточку, поставь 5 минут, пожалуйста. Ребят, вставайте, просыпайтесь. Альбертик, вставай. И мы все придем одеты. Хорошо, 5, дай 5 минуточку, не вставай. Все, ребят, давайте, просыпайтесь, уже пора вставать. Ох, ребятки, вставайте. Давайте уже поднимайтесь. Нет. Дальше минуточку, честное слово. Мы через минуточку придем. А, ребята, ну давайте, вставайте, подъем уже. Нет. Так, ребята, давайте начнем упражнение «Звездочки». Ну, ребят, подождите, ну как? Давайте делать зарядку. А пойдем с нами. С вами? Идем. Давай. О, еду. Готовы 10 секунд. Ребята, вот так мы посмеялись над нашим утром. Юмор – это классно! Действительно, без юмора жить было бы очень тяжело. Но, друзья, после долгой паузы нам нужно взбодрить свое тело, привести его в тонус. Поэтому эта зарядка будет называться «Мышечная мобилизация». Да! И... Сейчас я вам расскажу, как делается мой способ, как я делаю. И что у меня напрягается в теле, когда я делаю стульчик. Отлично. Слушаем внимательно, Альберт. Вот мы сели, да? Руки у нас прямые. Рудька, можешь чуть-чуть так отойти? Прости, пожалуйста. Ага. Вот, руки у нас натянуты, пальчики тоже. Вот. И ноги стараемся держать ровнее. И когда вот это мы делаем стульчик, вот эта часть, вы почувствуете, она работает. Вот это. И это сильно слон своего тела держит. Ну, на преодоление. Надо еще чуть-чуть. Вот, стоп. Вот сейчас, по-моему, зрители, посмотрите, по-моему, идеально 90 градусов ребенок сел. Вот. А что с руками у тебя? Руки натянуты. Вот. Ну-ка, давай посмотрим, как натянуты у тебя руки. Так, ну, техническую часть мы поняли, да? Так, Рудька, у тебя есть что добавить? Есть. Ну, мы тебя слушаем внимательно. Я сейчас покажу, как первый, как не надо. Раз, два, три, четыре. А расскажи, что здесь, как не надо, это как? Это вот так. Ноги вот так, попа вот повыше, руки расхлябаны, раз, два, три, четыре. Это как не надо было. Угу. А сейчас я покажу, как надо делать. Вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Будем делать упражнение приседания. И мы сейчас покажем, как не надо и как надо. Угу. На разницу, да, ты сейчас покажешь? Давай, сейчас посмотрим. Сейчас покажем, как не надо. Альбертик, ты пока можешь этот, немножко из кадра отойти, мы сейчас с Роди поработаем. Хорошо. 5. Ну, рассказывай, что тут не надо, как не надо делать. Как не надо, то так спина кривая, руки.
Атоничные, да, болтаются. Да. А сейчас я покажу, как надо делать. И раз, и два, и три. Проговаривай, что со спиной случилось у тебя? Спина случилась, стала ровно. Ага. Ноги на поясе. И четыре, и пять, и шесть, и обратите, семь, зрители, тело и собранное. И грудину вперед держит. Молодец, Родя. Хорошо. Альберт, у тебя есть что добавить? Я хотел еще сказать, что вот по приседанию упражнения вот у нас ноги всегда должны быть чуть-чуть раздвинуты. Угу. Руки вот так должны быть. Ровные. Спина ровная. Ну, либо вариант, как у Родьки, да? Либо они на поясе. Кому как удобно. А, тянешь руки, да? Да. Вот так. Угу. Раз, два, три. Еще про грудь я забыл сказать, что она должна быть ровная. Она все равно будет ровная, спину вот так будешь держать. Угу. Как парус корабля. Угу. Раз, два. Мне кажется, Альберт, еще надо обязательно добавить про лицо. Лицо тоже вперед тянется. Лицо, вот ты слышишь, наверное, что папа сказал, вот, что лицо должно быть всегда радостное, активное, вот. Рудь, давай в кадр. Вот Альберт сейчас затронул очень важную вещь, да? Без чего не может быть хорошей зарядки, отличной зарядки? Да, да. Без чего? Без, только что я сказал, да? Без лица хорошего настроения. Родя. Хорошего настроения. Правильно. А еще что должно быть в зарядке? Родя. Должно еще быть в зарядке позитив. Это правильно. Ну давайте самую важную вещь назовите зарядки. Энергетика. Правильно, энергетика должна быть, но... Энергетика. Ну без чего не получится зарядки, ребят? Ну вот без чего не выйдет хорошо сделать зарядку. Удовольствие! Правильно, правильно, ребята! Хорошо, давайте сделаем тогда приседания. С удовольствием. С удовольствием. Так, строимся. Нет. Так, спинки ровные наши, руки ровные, ноги, лицо, грудь. Так, и поехали! Поехали, ребята! И раз, и два, и три. И спины и держим, как и обещали, и да? И да, шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, одиннадцать, двенадцать. Ускоряемся, ребята. 12, 14, 15, добавим немножко темпа. 17, 18, 19 и 20. Не теряем спины по отношению к пространству, да? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 и 30. Отлично, ребята. Давайте 5. Раз, два. И зрителям 5. Бодрое утро!